В преддверии 25-летия со дня принятия Конституции Татарстана в школах Бавлов, как и по всей республике, проходят мероприятия, на которых взрослые рассказывают детям о правах и обязанностях, закрепленных в основном законе Татарстана. В школе номер 5 Бавлов в парламентском уроке принял участие выпускник этой школы Айнур Камалиев, ныне живущий в Казани и работающий помощником депутата Госсовета Татарстана Ирика Саляхова. Вместе с учительницей истории Венерой Фазлыевой они рассказали учащимся 9 и 11 классов о Конституции Татарстана. Урок получился познавательным, так школьники узнали, что это уже не первая конституция республики. С 1926 года проект ее не был утвержден, и наша республика Татарстан в сложное политическое время она опиралась на принятую тогда конституцию РСФСР, молодой советской республики. В 1937 году впервые в нашей конституции в татарстанской было зафиксировано право на труд, право на митинги, на собрания и на образование. А в Конституции 1978 года было впервые зафиксировано право на жилье. Посмотрев фильм о республиканском парламенте, услышав рассказ о создании герба, флага и гимна Татарстана, ребята испытывали чувство гордости за свою республику. Они и сами подготовили к парламентскому уроку подробные доклады о разделах Конституции. А еще сыграли в кейс-игру, где задавали вопросы о нарушениях прав человека. Школьники остались довольны. Девятиклассница Ирина Елохина еще больше укрепилась в желании стать политиком. По ее словам, сегодняшний урок был полезным. Мероприятие мне очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Для себя я узнала немного нового, интересного из истории Конституции Республики Татарстан. И о работе депутатов также было очень много интересно сказано. В дальнейшем я хотела бы связать свою профессию с политикой. Рассматривается такая возможность, как поступление на международные отношения, являться консулом нашей страны, возможно, как повезет, или же дипломатом. Урок демократии и парламентаризма, который преподали детям, понадобится им уже сейчас. В этот же день в школе представляли кандидатов в президенты школьной думы, которых всего 9. И вскоре состоятся выборы. Айгуль Хусайнова, Артур Давлетов, БРТ.